Смотрите, с каким видом сегодня мы проснулись. Парам-пам-пам. Красота. Прямо возле моря. Всю ночь этот шум. Море был. Это здорово. Там у нас вид на финике. Листенка. Один автодом уже с утра пораньше уехал. Утром мы решили собрать машину и отправиться на завтрак, где мы вчера обедали в этом ресторане. Там у них очень большие завтраки, судя по описанию меню. И стоит все это дело тоже 150 лир, как бы классно. Поэтому сейчас вместе с вами отправимся туда. Но перед этим нужно все погрузить сюда в бокс и разложить машину. Мы собрались и по традиции первым делом, коль здесь есть вода, мы набираем полные баки. Здесь, кстати, вода хорошая. Как я тютелька в тютельку подъехал. Смотрите. Просто миллиметраж. Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам кое-что порекомендовать. Мы очень много путешествуем, смотрим, изучаем какие-то различные места, проверяем маршруты, проверяем какие-то столовые, кафе, рестораны, где-то ночуем дикарями, где-то заселяемся в какие-то гостевые дома, в гостинице. Так вот, для того, чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу, Крыму, Абхазии, мы написали наши авторские гайды. У нас их целых 5. Это гайд по Крыму. Крым мы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями, так и, так сказать, отельно. Там есть локации, рекомендации, куча маршрутов, достопримечательности, очень много всего. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Там тоже куча всего, есть контакты жилья, маршруты, достопримечательности туристические и нетуристические. Далее по Большому Геленджику. Там тоже куча информации, есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенности, горы, крутые пляжи. Также столовые, рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по Большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из 2 частей, но все-таки Сочи-то большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили, поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная, ну как бы в любом случае это другая страна. Там есть также рекомендации, советы, кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого, ну а где-то цены как бы ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать даже памперсы, тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты с собой брать и так далее и тому подобное. Все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели и погнали в путешествие. Мадемуазель и еще 3 гнома. Приглашаю вас на завтрак в шикарный ресторан с видом на море, который находится в Финике. Пойдете со мной? Конечно, скажи, что он сказал, что у него сил больше нет, он хочет завтракать. Да? Ага. Сил больше нет, хочется завтракать. Очень крутое место. Здесь могли бы переночевать, но мы передумали и правильно сделали, что передумали. Мы уже заказали 2 завтрака. Дополнительных завтраков взяли 2 обычных омлета, 2 овощных омлета и еще 2 американо с молоком. Сейчас посмотрим, что здесь за поляна будет. Вот такая подача начинается. Это хлеб. Да, мы отказались от одного, кстати, потому что мы поняли, что трындец будет очень много. Так, это пасты всякие. Короче, у них на самом деле под завтраки даже столы маленькие. Просто ничего не вмещается. Ай-яй-яй, вот это красота. И вот это всего лишь стоит 150 лир, прикиньте. Ага. Да, здесь всякие разные сыры. Кстати, здесь даже вот орешки подают, что очень классно. Грецкие. Паста, колбаски, оливки, огурцы, помидоры. Красота. Еще нам дополнительно вот принесли овощные омлеты, детям обычные омлеты. Короче, вкуснота нереальная. Уйдем отсюда, точнее, мы отсюда укатимся. Родион, ваши впечатления? А? Скажи, силы нет, говорит, наелся. Все? Нет сил, сынок? Объелся? Вроде нормально, то ответить пока нельзя. Артемыч, твои впечатления? Я объелся, у меня чернодыра. Кстати, мы как правильные люди съели все овощи, у нас остались сосиски, картошка, варенье всякое.
А все полезное мы скушали. Вот что значит. Выбор есть всегда. Мы уже все укатились, не ушли, а именно укатились на детскую площадку, которая тоже прямо здесь. Фу, все это дело вышло на 294 лиры, представляете? И мы ни разу, вот сколько мы брали завтрак турецкий, мы ни разу не доели его полноценно. Всегда остается какая-то часть, наверное, процентов 30 еще остается. Хочу сказать следующее, что кто будет в Турции, обязательно попробуйте турецкий завтрак. Мы решили доехать до Кумулуджи, Кумулуки, для того, чтобы зайти в Вайкики. И для того, чтобы там же по пути заедем в Турцел, купим мне интернет. И интернет, вода. Ну что, пойдемте попробуем. Вообще это стоит 180 лир и дадут мне 40 гигов. Надеюсь, здесь будет так же. 176 лир здесь стоит 37 гигов. Странно, нельзя что ли было округлить до 200 и сделать 40 гигов? Но почему-то у них так. Теперь поехали в Вайкики. Идем в Вайкики. Не получилось переложить Мирончик у нас, к сожалению. О, мясной магазин. Здесь очень вкусное мясо в Турции. Особенно говядина. Здесь такой полурыночек. Небольшой, буквально несколько палаточек. А вон, кстати, рыба продают. Во, прикольно. Самый крутой пешеходный переход, который я когда-либо видел в Турции. Спуск для коляски, потом идешь такой, парам, огромный просто бордюр, парам, и приходится на себе тащить коляску. Так, вот, Настенка выбралась от толстовку. Хотя пришла не за толстовку? Да, пришли мы не за толстовку явно. Ну, на самом деле, прикольно, просто висят вот такие вот, от Диснея. Ты, конечно, хочешь купить. Белый, конечно, лучше, но с Мирончиком белое точно не вариант. Ммм, просто футболочка. Прикольно. О, Настёночки. Она как бы тут закрытая вся. Одевай штаны. Кака. Кака, сам ты кака. Немножко решили прогуляться по Кумулу... Тихо. По Кумулуджи. Вот видите, как выскакивает. Купили еще мальчишкам футболки по 120 лир, но качество, конечно, вообще классно. Турецкий трикотаж прям прикольно. Ладно, чуть попозже покажем. Мы сегодня пойдем в гости к нашим зрителям, которые живут здесь на яхте в Марине. Они нас звали еще давно, вот мы сейчас доехались, я в социальной сети как раз выкидывал в том выпуске, что, мол, типа, отзовитесь, они отозвались, вот, и пригласили нас к себе посмотреть, как все происходит. Есть автомобильные кемпинги, а есть вот такие кемпинги, лодочные, так сказать. Мы тут попали в какую-то интересную тусовку, то ли это митинг, то ли что. Не знаю, то ли они голосуют, то ли что делают. Ай? Ну да. Так, не знаю, что это значит, но выглядит прикольно. Осторожно, Америка. Да. 100%. В общем, сегодня получился какой-то просто мощный шопинг-день, но, возможно, еще не заканчивается, потому что мальчишки хотят купить себе нагрудные такие сумки, здесь пока их нигде не можем найти. Здесь вот в центре, на вот этой площади, смотрите, вот эта арка каменная, это туалет, и вон туда в подземлю спускается туалет. Прикиньте, как прикольно. Мы зашли купить тортик. Куль, пойдем в гости. Огромный выбор, маленький по 135, эти по 220, по-моему, стоят. Также здесь есть всякие разные сладости, огромный выбор, цены указаны за килограмм. Ой, какая вкуснота, я бы здесь остался жить, в этом магазине. А у меня появились новые очечи. Это значит, что мне больше не будут писать, какие у тебя большие, гигантские, тебе не идут. А возможно, и напишут, что эти не идут. Так, смотрите, мы тут заехали в такое интересное место. Здесь очень много беседок. Думали покупаться, но море штормит, видите, какой цвет. Поэтому мы решили вот так вот сюда заехать. Здесь есть две кабинки, туалеты вместе с душем. Представляете, как круто? На самом деле, если мы сегодня останемся в Финике, то мы, наверное, даже здесь и заночуем. Потому что туалеты... Все подряд, короче, здесь есть столики, будет классно. Здесь вот стоит один автодом,
Но нам нужен не дом, нам нужны душевые кабины. Я вот сейчас машину ставлю в тенечек, и мы все дружно идем мыться. Как там говорится? Русские ванлайферы выживают как могут. Так, Настенка пошла в душ. Прекрасная. Так, а мы с мальчишками пока ждем. Я вон слежу за Мирошкой, чтобы он куда-то убегает снова. Этот человек маленький, все ему надо. Ну-ка, стой. Что, нормально, Настен? Прохладная? А? Ну, в этом плане немножко не повезло. Но хоть что-то. Ну, посмотрите на эту красавицу с зеленой головой. Ну как? Обновленная, помытая. Да? Вау, о, ничего на спине, я думал, это спереди. Ну, смотрите, какая красавица у нас тут появилась. Че, короче, мы пошли мыться? Я не знаю, там вода или... Нет, а мы-то в другом, в мужском пойдем. А, все, ладно, парни. А я не знаю, не смотрел. Это прикольно, те очки, это здесь классно. Ага. Зеркально. Мы приехали в порт, в эту... Марина... Сетур Марина Финике называется. Ну, собственно, где мы гуляли тоже в предыдущем видеоролике. Единственное, что у нас пока Мирошка никак не может переложиться в коляску. Здесь есть въезд. Возможно, здесь можно, кстати, и заночевать. Я, кстати, тогда таки даже и не узнал про это. Но вот машины стоят. Мне так здесь нравятся вот эти Volkswagen, типа как у нас. Только здесь почти все транспортеры Caravelle выглядят просто пушечно. А вот, кстати, по-моему, наши зрители. Здрасте, здрасте. А там что-то шлагбаум? А, вот здесь. Ну ладно уж, пусть там стоит. Молодцы, привет. Слава. Это вам. Привет. Это вам. Ой, держите. Ребята, спасибо. Вы на велосипеде бодренько так. Попьем чая? Можно было бы. Мы вчера не зашли, но в принципе, когда ворота открываются, каждый может. А, в общем, сейчас покажем, как вот люди живут на яхтах. И сколько вы так живете? Зиму получается? В этой Марине. Но мы здесь зимовали в прошлом году. Ага. Решили, что в этом году не будем, потому что, ну, не очень комфортно. Не то, что холодновато. Ну, как-то вот, вот. И зима, говорят, была такая, которой не было. Да-да-да. Ну, в том году тоже, тоже были, да, да. Вот. Ну, в этом году как-то вот опять зимовало. Понятно. Здесь очень много народу зимует, особенно иностранцы. Ну, иностранцы, понятно. Ну, а здесь же непосредственно вот вход только для своих. Ох, как оно шустро. Оп, вот так вот. Видите, чикс, и заходим. Добро пожаловать в Марину. Поближе, да? Как круто. Вот я про что говорил в том выпуске, что здесь есть души, все-все абсолютно есть, как в обычном кемпинге. Вот мангальные зоны, пожалуйста, столики. Очень круто. Представляете? Вот все то, что как на машине, только на яхте. И вот мы рассказали сейчас, что мы в душе мылись. Она говорит, а я хотела вам здесь предложить помыться. У нас, говорит, здесь есть все. Душ, горячий, туалеты, магазины, библиотеки. Представляете, как круто. Велопарковочка. И вот, собственно, они здесь уже вот живут, зимуют, вторую зиму. Говорит, народу здесь очень много приезжает на зимовку. Смотрите, как круто все выглядит. Это здесь туалет, здесь есть большая прачка, 100 лир дополнительно. Ну, собственно, очень цивильно смотрится, вообще максимально круто. Ну да. А что вы думали, иметь яхту и будет плохо, что ли? Точно нет. Я, конечно, много чего про стирку знаю, но вот этот бассейн, представляете? Вот этот бассейн, это прачка, стиралка для парусов, представляете? То есть здесь ложишь, как его, парус свой и его стираешь. А что там, говорите, бассейны? Или что? Нет, там вот купальня, но я не знаю, вот сейчас ходили гулять. Да. А вот туда они залезали наверх? Ну, а, купальня, все, понял, да. Типа как в бассейне. Ну, я понял, да, видел спуск. Ну, вот ага. Все местные. Ага. А, вот мой муж. А, на велосипеде тоже, да? Да. Ага. Ну, мы все на велосипеде. Все правильно, все правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава и Настя. Здравствуйте. Как зовут? Слава. Слава. Сейчас просто нереально. Особенно тому, что он еще и готовит. Я офигела. Да, рыба огромная. А, говорю, тут ночью метровые, вот такие плавают. Ничего себе. Вот это да. С
Слушайте, рубенцы здесь реально огромнейшие. Вау, посмотрите, какие яхты. Вы только посмотрите. Короче, смысл в том, что просто здесь вот люди покупают, например, вот ребята, они купили здесь уже непосредственно в Турции яхту. И здесь стоят 13-й год уже у них яхта. А до этого путешествовали много в России по Волге, ну Волга, это вообще отдельная любовь. Смотрите, какая красота. Каюта, и вот они рассказывали, что стояли с парусом, с якорем, и оторвало. Короче, в маринах стоять гораздо приятнее, потому что не штормит, ветра нет, волны нет. Просто вот кайфуешь, смотрите, каких только нету. Так, ну, собственно, как говорится, знакомьтесь, Коза, так называется эта яхточка. Парус, так, мальчишкам экскурсию. Так, Артём, самое главное, внимательно слушай. Опа. Родик, подожди. Вот, собственно, вода, электричество, вот все как в автодоме, все запитывается между лодками, вот эти мягкие штуки, чтобы не билось. Ничего себе. Но они говорят, что они скоро не поиски сделают за деньги. За деньги. Опа, молодец. Представляете? Электричество, вода бесплатная. Ну, конечно, очень круто. Естественно, вход на яхту только босиком, это обязательное правило, это же все-таки дом. Хопа! У ребят здесь сломалась помпа, воду не качает, поэтому бурдак, но тем не менее, это очень круто. Слушайте, ну, смотри, какая красота. Парни, как вам? Яхту покупаем? Ну, очень круто. Там и туалеты. Слушай, здесь такой бардак. Да, ничего страшного, это же по-домашнему. Такая же? Да, такая же. А, ну у вас вон там вот туалет, правильно? Здесь туалет. А, вот, ага. Душ-туалет. Ну, примерно такой вот мы и катались, да. Наверху супер. Это лежит резиновая лодка. О, кухонка все-то. Класс. И кормовая каюта, где мы спим. Как здесь много места. Вот это, видите, полочки, все как все в автодоме. Рабочий стол. Жалко, что свои наушники, да, не взял. Красота. Грубо говоря, мы посчитали, здесь аренда стоит 21 тысячу рублей в месяц. Прикиньте, учитывая, что у тебя вода, электричество, все фри, то есть бесплатно. Это обалденно. Пойдемте. Так, вот здесь вот у ребят кухня. Они здесь даже пироги пекут, представляете? Есть библиотека, диски можно взять, мангальные зоны. Столики, а вот, собственно, вот здесь вот мы просто гуляли. Слушайте, вообще круто, тень. Очень классно. Ну вот у нас, грубо говоря, в Сочи тоже можно вот так стоять, получается. Но там нет ничего. Там нет ничего, и там. И там не огорожено. Да. Стоянки бешеных денег стоят. Я не знаю, почему это так дорого. Потому что это Сочи. Да. Почему-то в Сочи все дорого. Да и все, мы тоже дорого. Это вот коротко про цены, про сервис и про то, что получаешь за деньги у нас там. Да. А, ну и бак, вот это все нагревается. Да, и вот видишь, барбекю, вон гриль. Всего, да. Круто. Ты здесь еще живешь и язык сопараллельно учишься. Да, в такой компании. Вам смотрите, как красота. Это самая библиотека. Ага. Там вот тоже холодильник. А, это кухонка такая получается. Да, а. Плиты, правда, нет, но печка есть. Ага. Супер. Проводочки он можно даже взять. Холодильничек на замке. Это чей-то. А, это чей-то кто-то поставил. Крутяк. Вон, можно в дартс поиграть. Чайничек закипел. Сейчас будем чаепитие заниматься. Красота. Здесь вкусно. Ну да, правда. Мы не понимаем, что там внутри. Они обычно так объясняют. Смотрите, какой. Давайте, зазнакомьтесь. Да, да, да. Че, Мироша? Че, Мироша? Ой, я помню стрим.
меня Юра не любит стримы смотреть. Слушай, это долго, да, не один. Давайте попрощаемся. Пока-пока. Пока. Пока. Дай ручку. Давай ручку. Давай. Нет, ручку давай вот так. Давай. Ты же хорошо давал, давай. Ну, он сам умеет. Давай, давай. Я устал. Вот такие вот у нас наикрутейшие зрители, представляете? Вот так вот живут на своей яхте. Блин, как же это круто. Представляете, мы когда-нибудь тоже пересядем в яхту. Но это точно будет не скоро. Вот как покупать одежду вот этим вот людям? Родион испачкал ее тут же в гранате, всю вымазал. Настенка полезла за Мирошкой, порвала футболку. А у меня еще ничего нет. А еще не вечер, Артем. Ладно. Вот так вот. Зато мы были красивые. Вот так и живем. Маленькая дырочка. Ребятки, не благодарите. Запоминайте вот этот магазин. Мы находимся в Финикии. Вот возле Мигроса, напротив вот этой Марины, я купил средства в биотуалет. Представляете, стоит 260 лир. Круто тень! Где бы мы ни искали, я ничего не нашел. Знаете, как понял? Здесь у них я увидел биотуалет и такой говорю Настенке: о, там есть биотуалет, и значит, скорее всего, у них есть средства, и у них на выбор было несколько. Он мне предложил, говорит, типа, возьми вот эту с апельсином. Я говорю, ну окей. А это чего? Ну, а на ночевку мы приехали на то же самое место к нашим французам. Вот они стоят здесь, еще одни французы стоят. Но они и были. Так, ну изначально просто здесь, например, нет туалета. Здесь есть только вода в доступе, собственно, где мы и мыли все, набирали. И туалеты есть чуть подальше. Там, кстати, тоже прилично домов стоит. Сейчас попробуем туда доехать. Может быть, нам там понравится больше. Я просто хочу слить туалет и воспользоваться нашим новым средством. Посмотреть, как будет оно. Вот здесь такая огромнейшая локация, смотрите, типа под свадьбу, да, такая сцена, поляночка. Прикольно все очень смотрится. И вот они непосредственно туалеты. Я прям обожаю, насколько же в Турции все продумано. Везде крантики, шлантики. Подъехал в туалет, зашел, дырка в полу, слил, пошел, помыл, набрал. Просто красота. Нет никакого геморроя. Все дела, как говорится, сделали, все, мы приехали. Будем здесь же и ночевать с таким прекрасным видом, с таким прекрасным закатом. На ужин пожарим котлетки, сделаем макарошки и все, и по красоте. А завтра уже отправимся в какое-нибудь новое путешествие, в новое место однозначно. Потому что впереди вроде посмотрели дожди. Не very good это, как говорится, а поэтому нужно насладиться солнцем и доехать до Каша. Все, друзья, на этом прекрасном месте, с этим прекрасным закатом, на прекрасной этой стояночке буду завершать этот видеоролик. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Если не подписаны на канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь. Напоминаю, что все самые важные, нужные вам ссылочки есть в описании под этим видеороликом. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, во ВКонтакте, в Яндекс.Дзене, там тоже очень много интересного. Пока!